Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня скоростное такое быстрое видео, я связала такую тунику. Так, пряжа у меня из моего чешского производства, вот я вам на образце покажу. 50% хлопок, 25% шелк и 25% вискоза состав. Значит, метраж у нас 50 граммов, 135 метров, ссылку я оставлю в описании. Эта пряжа не дешевая, я просто вам показываю ориентировочно, на всякий случай оставлю ссылку в описании. Вот, купить ее можно будет по одному мотку, так что вот так вот. Так, у меня вот этот вот зеленый цвет и вот такие вот цвета у нас представлены. Так, метраж 50 грамм 135 метров, если берете 100 граммовые мотки, то это где-то 270 метров, да, в 100 граммах. Вот спицы 3-4 миллиметра. Ну вот я вязала 3,5 миллиметра спицы, и вот такой я положу, вот такой вот узор у меня получается. Я положила просто листочек, чтобы вам было видно, очень такой интересный узор. И вот схема, я пройдусь быстренько по схеме. Набирала я 110 петель, вязала 8 рядов 2,5 сантиметра, вот они, резинка 1 на 1 в конце. Но должна вам сказать, что еще лучше провязать пару рядов платочной вязкой в начале, чтобы полотно было вообще такое, как бы, ненужное в нем, чтобы не стянут был. Но это на ваше усмотрение, девчонки. Дальше я вязала вот этим вот узором, который я вам сейчас покажу. Вот совершенно ровное вязание до плечевых скосов. Мы ровно вяжем. Единственный нюанс, что хочу обратить внимание, вот смотрите, чтобы у нас рукав, как бы, край был с такими узелками, мы кромочную петлю провязываем обязательно лицевой петлей, вот, чтобы нам никак не обрабатывать рукав. Вот, то есть ровное вязание у меня 104 ряда в сантиметр, 65 сантиметров до вот этого момента, 104 ряда, 65 до скоса рукавов. Значит, для переда, вот, внимание, мы одновременно начинаем делать горловину и скос рукава. По 3 петли в каждом втором ряду я закрывала для плечевого скоса, средних 10 сантиметров, и потом для вот этих вот округлений 1 раз 4, 1 раз 3 и 1 раз 2. Всего здесь 8, как бы, сокращений, то есть 16 рядов. Здесь у нас 8 рядов и здесь у нас 8 рядов. То есть всего до конца у нас 16 рядов, то есть не довязывая передней части. Это, в принципе, не важно. Вы провязали 65 сантиметров от начала вязания и начинаете, и сразу же начинаете делать горловину и вот эти вот сокращения по 3 петли для плечевого скоса. 8 раз мы их делаем. Горловину делаем центральные 10 петель, потом 4, 3, 2, и далее вот какую-то вот такую вот часть, я просто неправильно нарисовала, она провязана ровно. Вот то же самое для спинки, мы уже на высоте плюс 8 рядов, то есть здесь 65 сантиметров плюс вот эти вот 8 рядов, то есть мы начинаем делать сокращения, 4 сокращения вот здесь вот у нас в этой точке, 4 сокращения для плеча по 3 раза, и потом уже мы делаем вот этот вот, как бы, вырез горловины, то есть он у нас находится выше на 4 ряда, чем горловина переда. Ну и вот здесь вот на полочках, я даже не считала, девчонки, вы 8 раз сделали вот эти вот сокращения, и оставшиеся петли вы просто закрываете на передней половинке и на задней половинке. Вот, далее сшиваете плечевые швы, боковые, оставив 20 сантиметров на рукав. Ширина изделия у нас 70 сантиметров, туника такая свободная. Я думаю, если вы захотите еще больше, не вопрос, не проблема, я думаю, по этим расчетам все у вас получится. То есть это обыкновенный прямоугольник, ну, не считая вот этих вот, видите, вот здесь вот получается плечико вот так вот, а рукавчик получается вот он как спущенный такой, и плавный такой спуск. Так, для горловины я набрала 150 петель и провязала
первый ряд изнаночным рядом, и далее 8 рядов резинкой, точно столько же, сколько и внизу. Все, и все петли закрыла. Вот и все, девчонки, радуюсь и уживала, потому что эта пряжа, вот видите, она, так как там шелк, она такая струящаяся. И очень красиво смотрится в изделии с таким блеском, как бы, ну, шелк там, чего уж тут. В общем, и струится, вот действительно струящаяся такая, вот. Так, сейчас давайте разберемся с узором. Значит, узор у нас независимо. Не надо нам считать, как бы, четное, нечетное, независимо от того, сколько у нас петель. Первый ряд мы вяжем таким вот образом. Вот, из одной петли мы вывязываем как бы две петли. Видите, вот так вот получается оно как бы с накидом. Но это получается из одной петли. Раз, два. И так все петли. Вот у нас получается узор, одна петля фигурирует в каждом ряду, всего 4 ряда. Вот я, кстати, провязала, видите, один изнаночный ряд после резинки. Кромочная петля лицевой, чтобы были узелки. Далее, второй ряд. Первую петлю, соответственно, снимаем, вяжем изнаночными петлями. Мы провязываем как бы одну петлю, а вторую спускаем из этих, которые мы две провязали. Или вот так вот спустить одну, да, и сразу провязать. В общем, смотрите, как вам удобнее. Либо провязать, потом спустить, либо спустить, потом провязать. Это уже на ваше усмотрение. Так, третий ряд. Ой, видите, провязала кромочную изнаночную, что не должна была делать. Я показываю потолще нитками и толще спицами, для того, чтобы вам было хорошо видно. Последняя петля лицевой. Далее, третий ряд. Первую петлю мы снимаем. Теперь вводим спицу за петлю между первой и второй петлями. Смотрите, отсюда вывязываем одну петлю. Делаем накид и вывязываем классическую петлю из этой петли. То есть из одной у нас получилось вот такое вот 3 петли. Так, и так до конца ряда. Смотрите. Еще раз показываю медленно. Одну между первой и второй накид и из петли вывязываем. И последний, четвертый ряд, мы провязываем вот эти вот сектора по 3 петли вместе. 3 петли вместе. То есть это у нас одна петля, по сути, мы возвращаемся к тому, что у нас было. Вот. И последняя лицевой, теперь начинаем с первого ряда. Вот, по сути, вот он раппорт, далее у нас пойдет вот эти вот вытянутые следующие. Сейчас я вам покажу. Вот, видите, вот так вот он выглядит, этот узор. Красиво очень. На самом деле просто вяжется, но выглядит так богато. А идею с этого топа я взяла у Брунелло Кучинелли, между прочим. Смотрите, там что-то подобное есть. Но он как топ там связан покороче. А я решила делать как тунику. И вот она изнаночная. То есть здесь узор вы можете выбрать, как вам больше нравится. Я, между прочим, колебалась. Я не знала, что лучше. И тут и та сторона очень красиво. Понимаете? То есть можно вязать, если из толстой пряжи, вот допустим, то можно вязать даже шарф с, ну, таким узором. И будет очень красиво обе стороны. Смотрится красиво. Все, девчонки, на этом все. Схему выложу еще в Инстаграме и ВКонтакте. Так что для простоты вам, вот, для удобства. Ну все, девчонки, на сегодня все. С вами была Вика Шкуларко. Всем пока.